Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале «Сказочная деревня» и меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. А сегодняшний видеоролик – очередной обзорчик. К нам опять приехал Василек. В связи с наступающим сентябрем я решила приодеть семейство, закупить детские вещи, закупить вещи для взрослых. Что из этого получилось, вы увидите в этом ролике. Плюс ко всему хочу добавить, что в этом ролике я для себя заказывала вещи большого размера 60-го. Вообще, на самом деле, такой, скажем, для женщин, полных, богатых жизненным опытом, очень проблематично прикупить для себя одежду. Ну, так вот, Василек меня достаточно удивил. Те вещи, которые я себе заказала, оказались мне даже вполне себе свободными, что мне, в общем-то, и нужно было. Плюс ко всему, наша семья очень разноразмерная, и если где-то что-то кому-то не подошло, это может вполне подойти другому. В общем, что из этого получилось, смотрите в этом ролике, я надеюсь, что вам будет интересно. Мужская футболка со странным названием ФК-8. Стоит 322 рубля. Брала для Демьяна, брала тоже размерчик посвободнее, 52. Вообще хочу сказать... О, ну должен быть ему прям в самый раз. Хочу сказать для тех, кто будет там себе что-то заказывать, у них на сайте есть размерная сетка. Обязательно себя обмерите по кругу всех. Поставьте себя в размерную сетку. У них свои, так сказать, размеры. Обычно они не совпадают примерно на один... на два размера с обычными нашими российскими. Хорошая футболка с орлом. А что, у меня сын не орел, что ли? 52 размер. Достаточно такая хорошая, приятная ткань, плотная. Обычная футболочная, немножко просвечивается. То, что и надо для лета. Шорточки ровные. Название звучит... Мужские шорты называются «Камуфляж», 52 размер, стоит 329 рублей. Если честно, шорты меня разочаровали. Я надеялась, что они будут, ну, типа, знаете, вот как в военных магазинах, потверже. Такого потверже материал. Материал тонкий, как футболочный, прям все просвечивается насквозь и тянется. Ну, ладно. Станиславу Юрьевичу шортики. Говорит, троечка за шортики. Ну, я пошел. Все. Приоделся и срулил. Стырил у папы шорты и футболочку. Дем, ну подожди, хоть повернись. С размерчиками-то я угадала. Сарафан для девочки называется «Бабочки». 116 рост, цена 495 рублей. Сарафан синенький и с тоненькой-тоненькой типа джинсы. Написано ХБ. Так. 6 лет, 116 рост. Ну, кому интересно, посмотрите вот Арктику. В принципе, неплохой сарафанчик. Такой легенький. Летний вариант. Девчачья футболка. Называется «Жирафик Гламур». Стоит 240 рублей. 116 рост я брала тоже по люньке. Написано 6 лет. Веселый далматинец. Такой замечательный смешной принт. Не очень тонкая футболка. Плотненькая такая. Но не прям вот, знаете, как мешок толстый. Ну так, ничего. С вот такими вот нашивочками на рукавчиках. Вот такая красота. Синяя футболка мужская. Размер 56. Стоит 140 рублей. 56 Trixel Rich Collection. Называется «Синяя в полоску». Вот такая большая. Не плотная ткань такая. Тоненькая, просвечивающаяся. Вон, видите, даже пальчик мой видать. Ну, в общем, на лето для Станислава Юрьевича. Женская футболочка для любимой Юлечки. Называется модель «Лилия». Выбрала себе самый большой, размер 60. Люблю, чтобы было свободно, особенно в жару. Не люблю, когда мне все мешает. Так, значит, друзья мои, вот это самый большой размер, который бывает в размерной сетке у Василька. Ну, по крайней мере, на этикетке так написано. Вот, смотрите, видите, размер 60. Неплохая футболочка, очень приятная ткань. Такая неплотная, тоже просвечивается немножко. Ну-ка посмотрим, что тут написано. 100% хлопок. Ну, что-то мне сомневается, что хлопок прям уж 100% так тянется. Но... ткань такая приятная.
хорошие ровные шовчики. Примерим. Футболка женская, ловец снов. 100% хлопок, стоит 252 рубля. Поплотнее, чем предыдущие, не просвечивается. Такая футболочная, достаточно плотная ткань. Рисуночек яркий, шовчики все ровные. Скатерочка на стол. ПВХ. Размером... 140 на 90 стоит 136 рублей. Надоело мне лето и жара, и дожди. И я решила себе, так сказать, немножко подхолодить обстановочку. По крайней мере, на столе, на кухонном будет у меня Новый год. Видите, такой вот выбрала рисуночек. Не люблю какие-то яркие скатерти. Люблю, чтобы был поспокойнее. В общем, выбрала вот такой рисуночек. Но, если честно, когда выбирала, не заметила, что там Дед Мороз. Заметила цветочки. Ну, ладно, будут у меня и цветочки, Дед Мороз, и то, и то. Скатерть, ну-ка посмотрим. С обратной стороны. С обратной стороны такая не сильная подстилка. Иногда подстилка, господи, ну, нижняя, в общем, эта штука. Бывает, она прям волосатая, мохнатая, сильно. Это нет. Такая, ну, скатерть достаточно, кстати, хочу сказать, плотная. Как и все скатерти ПВХ-шные, воняет. Пойду ее проветрю. Футболка женская номер 11, ну так называется, с бабочкой. Самый большой размер 60-й, 100% хлопок. Тонкая футболка, просвечивается тонкая. Но симпатичный рисуночек. Странная футболка красного цвета с ловцом снов. Все же видят, что здесь нарисован ловец снов. Я же вроде бы не слепая. А на этикетке написано, что это бабочка. Видимо, ловец снов и бабочки у нас разные. Ну ладно, футболка все равно симпатичная. Плотная достаточно такая ткань. Хлопок. Ну и как всегда, Юлин супер размер. Черная футболка на мне выглядит вот так. А красная вот так. А вот так выглядит один из моих любимых сортов георгин, который называется Myrtle's Folly. Посмотрите, какая прелесть. Конечно, это не василек, но мимо него я пройти просто так не могу. Девчачьи лосины принт розы, так и называется. Стоит 413 рублей, сделаны в Ташкенте, 116 рост, на поле брала. Так, ой, смотрите, розочки, видите, они не нарисованы. Это пришито, ну, либо приклеено. Ну-ка посмотрим. Нет, это термонаклейка, она приклеена. Будет ли она держаться после стирки? Ну, такое, где ниточками прихвачено. Будет ли она держаться после стирки? Стирки попробуем. Но розочки так себе ничего. Симпатичные. Поле сама, между прочим, выбирала. Лосины не очень толстые, но потоньше джинсы, но достаточно плотная такая хэбэшка. Джемпер для девочек. Изумрудный брала 116 роз. Стоит 298 рублей. За рублей сделано в Ташкенте. На этикетке написано 100% хлопок. Правда, этикетка маленько подтерлась. Приятная такая лисичка, принт на ней, симпатичная. Но что-то у меня сомнение есть, что она после стирки может облезть. А может и будет держаться. Не очень толстая, не на байке, но на прохладную погоду вполне себе подойдет. Кормишь кисок? Да. Да. Покажи свою красивую кофточку новую. С лисятками, да? Красивые. Да он уже все съел.
Девчачьи лосины, написано с ушками. Стоит 264 рубля. Производство Ташкент, 50% хлопок, 50% полиэстер. Мордочка у киски симпатичная. Полюнька в восторге. Ушки вшиты, не приклеены, пришиты. А вот мордочка просто наклейка. Кстати, между прочим, достаточно плотный. Прям очень плотный. Самый плотный из всех лосин, которые я вам сегодня показываю. Девчачья водолазка. Цвет светло-малиновый. Рост 116 на полю. На этикетке написано 100% хлопок и сделано в Ташкенте. Достаточно плотная. Но без байки. Плотная водолазочка. Красные девчачьи лосины со звездочками. Блин, в 90-е годы за такие лосины можно было не знаю что сделать, отобрать у кого-нибудь. 116 рост на полю. Лосины такие не очень плотные, но вполне себе подойдут, например, в сад ходить. Мне кажется, что будет классно. Стоит 231 рубль. Девчачьи лосины с кисками. Так и называются лосины-кисы. Рост 116, 100% хлопок, тоже Ташкент. Лосины, между прочим, достаточно плотные. Байки нет, но достаточно себе, так я скажу, плотненькие. На прохладную погоду, ну или дома можно щеголять. Стоят 198 рублей. Мужская футболка светло-серая в полоску. Стоит 140 рублей. Размер 56 на Станислав Юрьевича. Достаточно прилично выглядит. Хорошая футболочка. Не очень плотная. Но и не прям совсем просвечивается. Так, на лето, прям на жару. Отлично. Ну и как? Мягонько. Не, ну, приятненько, на ощупь. Ты для вокруг уже? Так проще сделать. Черная мужская толстовка с капюшоном на завязочках здесь спереди. Размер 52, значит, это Демьяна. Так, спереди вот здесь с кармашком. Такая достаточно плотненькая, не байка, но достаточно плотная. Цена 756 рублей. Серая мужская толстовка 58 размера. Значит, это Станислав Юрьевичу. Так, ну что у нас тут интересно? Впереди кармашек, спереди. Толстовка достаточно так себе, хочу сказать, не на байке, но приятная, мягенькая. Так, что у нас тут? 100% хлопок, капюшон, завязочки. Цена 756 рублей. Что-то я подумала, что великовата Станислав Юрьевич толстовочка и отжала. Мне-то она в самый раз, посмотрите. Пришлите мой размерчик.
В общем-то, толстовка и шорты, предназначенные Станиславу Юрьевичу, достались мне и Демьяну. Но вот пижамка ему вполне себе подошла. Мужской домашний костюм 54 размера, 100% хлопок. Или Демьяну, или Станислав Юрьевич, посмотрим, кому из них подойдет. Из двух, так сказать, частей комплект. То есть футболка и штаны. Не очень сильно плотные, не байка, но ткань не совсем прям уж тонюсенькая. Средняя такая стоит 602 рубля. У Станислава Юрьевича было уже таких два таких костюма. В общем, он в них ходит, не вылезает из них везде. И дома, и куда бы ни пошел, он всегда в этих костюмах. Они ему очень нравятся, но очень легкие. Продувается, так сказать, все дышит. И легко, между прочим, стираются. Юлькина пижамка. Вот такая прелесть, вот такие совушки. В двух частях штаны. И футболочка с коротким рукавом. Вот таком, таким, 3/4 рукавом. Люблю пижамы, не люблю ночные сорочки. В пижаме чувствую себя комфортнее. Тем более, когда вокруг тебя иногда бывает, ты спишь, и прыгает двое детей. Надо, чтобы, извините, твоя попа, которая вдруг окажется не под одеялом, была прикрыта. Поэтому обычно покупаю себе пижамы. Пижама мне нравится однозначно. Она мне всегда жарко. Пижама не толстая, видите, она даже вот такая вот, ну, на просвет. Я такие люблю. Мне нужно, чтобы было тоненько, потому что мне всегда жарко. Вот такая вот совершенно замечательная пижама с совушками. И эта пижама, между прочим, меня очень даже порадовала, села мне прямо в размер. Но заказывала я себе ее 58. И на удивление она мне прям. Для любимой Юлечки носочки женские. 108 рублей упаковка. В упаковке 6 пар. Универсальный размер 37-42. Носочки, между прочим, очень даже такие мягенькие. Но мое удивление, когда они лежали в упаковке, я думала, что они не такие. А они прям мягкие-мягкие. Жаль, что вы через экран не можете взять так вот и пощупать. Я бы всем дала пощупать, мне не жалко. Правда, очень мягкие носки на высокой посадке. Но что-то Юля промахнулась. У меня вечно беда с носками. Я все время теряю вторую пару. Поэтому обычно я покупаю носки всегда одинаковые, чтобы потом не бегать с одним носком и не искать его пару. В этот раз заказала себе. Думала, они что-то одинаковые, а они разные. Ну ладно, придется мне за ними следить. Вот такую совершенно замечательную одежду прислал нам магазин под названием «Василек» из Иваново. Ссылка на этот магазин есть внизу в описании к нашему ролику. Что я могу сказать? Одежда мне, в принципе, вся понравилась. Никаких нареканий, претензий, ничего нет. Очень часто меня спрашивают, когда я делаю обзоры на магазин «Василек». Не первый раз они присылают нам свои товары на обзор. И часто меня спрашивают: «Юля, как поживают, например, постельное белье, которым мы пользуемся уже больше, чем полгода?» Предвещаете вопросы в комментариях, отвечаю сразу. То постельное белье, которое мы получали полгода назад, мы регулярно им пользуемся. Я его регулярно стираю в стиральной машинке за полгода. Единственное, что оно немножко потеряло свой такой цвет и стало чуть-чуть бледнее. Никаких катышков, дырок, застирок, вообще никаких проблем. С тем условием, что у меня двое детей, которые постоянно елозят в кровати, постоянно там что-то делают, и никак я их оттуда выгнать не могу, это постельное белье оказалось очень крепким. И сверху катышками не покрывается, хотя меня этим очень пугали, когда мы только получали это постельное белье. Одежда, которая вся к нам приходила ранее, прекрасно стирается, сохнет, носится. Даже с тем учетом, что дети мои иногда бывают не очень аккуратны, никаких вообще проблем с ней нет. Так что, друзья мои, цены там достаточно демократичные.
Мне лично там все нравится и все устраивает. Если вы тоже хотите туда заглянуть и, может быть, что-нибудь вам понравилось заказать для себя, внизу в описании к этому ролику есть ссылка, сходите, посмотрите. Там все достаточно просто, вам все пришлют почтой с деком или, как вам удобно, любой транспортной компании. Там достаточно большой выбор доставки заказов в любой регион России и, может быть, еще и, скажем так, ближнего окружение России. Все, надеюсь, что вам все очень понравилось. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую и всем пока. Если вы думаете, что это все, то нет. В конце этого видеоролика я хочу вам вставить несколько таких, скажем, неудавшихся кадров, чтобы вы понимали, что съемки любого видеоролика не такое простое занятие. В общем, посмотрите сами. Идите. Поля. Давай уже, нагреть. Ну ты нижнюю понеси, что так. Ну ладно. А смотреть ты будешь на меня? Да он уже все съел. И что у меня еще осталось? Паскаль! Так, уходи ты! Не дам. И вот такое лицо нам дали в подарок. Ролик не такое простое занятие. В общем, посмотрите сами. Ну, выкрутнее России. Все, надеюсь, что вам все очень понравилось. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую. И всем пока. Ну, выключайся ты уже.